А я опять закурю. Тихо. Это что? Это что за чучело? А где сошло? Почему мне никто не звонит, что посылка приехала? Тогда позвонили, а сейчас нету. Что? Блядь. О, смотри. Все, поехали. Все готово. Опять, как тогда. Только воды попьем, блин. Это не вброс, действительно. Женщина, с которой я живу, беременная. Да. Да, да, да. Но я не знаю, от меня ли или нет. Ой, осуждают от меня. Я настоящий янчик, я пушистый красный шага, я няшка, а не мышка. Что за брат? Топовая тварь ТВО, огромный респект. Деду, глоток воздуха нахуй. Ебать, охуеть просто, сука! Да нахуй оно мне надо, ебать! Что за бред? Меня мусора убили! И стрима больше нету. Алинка позвонила. Сара хотят трепать, я не понимаю, блин. Если ничего не нарушено. Как можно нарушить на машине ПДД, у которой скорость 20 км в час? А? Ну все получается, блин. Сейчас сохраняшки, сейчас тюнишки буду делать, блин, смотря. Че за бред? Ебать, да ты че, сука, на приколе, ёпта? Да за шо, сука? Ну за шо, тварь? Да, сука, добро пожаловать в родную гавань. 3 дня, сука. За что? Ну там я должен ехать, блин. Я должен в гонке участвовать, а не на зоне сидеть. Как долго эти 3 дня длятся, ебать, тупая игра, сука? Ну что за бред? Чел! Блин, ну ничего, блин, завтра, это, ну да, на следующем потоке будет марафон Самара-Кар, будем с вами, ну, мы с вами сегодня отсидели на зоне, дождались момента, когда происходит освобождение, и уже все готово для того, чтобы заниматься тюнингом. Сейчас уже поздно для подобных, скажем, ну, времяпровождения в Самара-Кар. А следующий поток будет марафон по Самара-Кар, пожалуйста. Да, да, я. 100% марафон, дядя. Ты что, дебил? Не, ну а чё, ёпта, бля? Самара-Кар это ванну must have. Да, 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 я. Ладно, ребят. Да, да, я.